Во Владивостоке продолжается ремонт пришкольных стадионов. В эти дни строители ремонтируют стадион школы номер 22. Учреждение располагает двумя спортивными зонами. В настоящий момент проведены работы полностью по демонтажу старого основания. Взамен его произведена укладка нового, полностью засыпаны все инертные материалы. В настоящий момент подрядчик готовится к укладке асфальтобетона. Также параллельно ведутся работы на волейбольной площадке, подготовка основания с дальнейшей укладкой резинового покрытия. Напомним, в этом году запланировано отремонтировать 20 пришкольных стадионов и спортивных площадок, в том числе в центре образования «Вектор», ступеней и различных школах города. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.